Цирюльдей православного Азова. Утро, сейчас будем на общую молитву, потом завтрак и далее конные прогулки. Сейчас мы выехали на конную прогулку. Первая группа, два благочиния. Идите к ним. Только приехали с конной прогулки, чуть-чуть времени перекусили и уже приехали на велопрогулку. И вот так. А здесь дается мастер-класс по шитью. Видят, как их красивый, статный ребенок.